Главная надежда отечественной легкой атлетики Герт Кантер начинает новый спортивный сезон с соревнований серии бриллиантовой лиги Международной атлетической федерации в Шанхай. Спортсмен только что вернулся со сборов в Испании и находится в отличной спортивной форме, поэтому есть надежда, что после бронзовой серии он вновь порадует нас высшими достижениями. Тем более, что олимпийское золото Кантер завоевал тоже в Китае на Пекинской олимпиаде 2008 года. Чувствую я себя хорошо. Настрой исключительно боевой и нацелен я только на победу. Но главным для меня будет чемпионат мира в Москве, который состоится в середине августа. Перед этим чемпионатом я планирую съездить на еще одни сборы, где будут тренировки по новой технологии. Личный рекорд Кантера – 73,38 метра. Лишь два спортсмена в истории метали диск дальше. По мнению легкоатлета, на мировом первенстве никаких темных лошадок не предвидится. И все те, кто из года в год показывают лучшие результаты, будут вновь бороться за золото. Что же касается чемпионата Эстонии, то здесь, по словам легкоатлета, молодые спортсмены попытаются проявить себя и вырвать победу. Впрочем, Герт Кантер готов к любым неожиданностям и будет бороться за золото до последнего. Екатерина Плехова, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.